Конференция начинает выходить уже на национальный масштаб, и это хорошо. Первый момент – это хороший масштаб, да, в рамках региона. Второй момент – очень разнообразные люди. Третий момент – большое количество компаний, которые здесь представлены. Конференция – одна из самых масштабных в Украине. В Днепропетровске, как в регионе, нужны события, нужны IT-события, да, потому что большая часть из них сконцентрирована в Киеве, очень много проходит во Львове. Мое собственное мнение, что у Днепропетровска есть большой потенциал, и мы точно можем взять на себя некую такую роль центра, центральной Украины для развития IT, IT-бизнеса. Очень, очень сильно выделяется айтем на фоне других мероприятий в Днепропетровске.